Я решил то, что надо уже действительно, ну, действительно садиться и хотя бы как-то активничать, что-то снимать. Наверное, реально сейчас я буду хотя бы раз в недельку пытаться что-то выкладывать. Даже, может быть, не супер какие-то ролики, но хотя бы что-то. Бегу в этот данж. Я думаю, вы его все прекрасно знаете. Он есть и на моей сейчас сборке, которую я записываю, техно-хардкор. Хотя как я ее записываю? По-моему, я ее не записываю, да. Уже полгода, кстати, прошло с момента записи последней серии. То есть я, по сути, роликов вообще сейчас не снимаю уже сколько месяцев. Считайте, полгода меня на Ютубе нету. Да. Но если, конечно, после этого ролика я начну активничать хотя бы там, ну, раз в две недельки где-то записывать хотя бы. Ха-ха-ха-ха-ха. Я пошутил. Лев выпустил новый ролик. Новый ролик спустя 2 месяца. Праздник. Привет всем, с вами Лев. И это первое видео в новом году. И этот год будет начинаться на моем канале необычно. Потому что сегодня я поиграю с лаки-блоками. И как бы это будет версия, если что, 1.12.2. Если что, у меня было 3 выпуска по лаки-блокам. Это было очень давно, года 3 назад, если не 4, блин. И тогда как бы это все было на 10.7.10. Сейчас я решил уже то, что ну уже как-то версия совсем там старенькая. И решил то, что нужно уже немножечко переходить на, все на 1.12.2 хотя бы. А лучше еще более новее. Но лаки-блоки больше всего и круче всего именно на этой версии. Поэтому сейчас я решил именно записать здесь, да. И я не знаю вообще эта рубрика будет выходить часто или нет. Но как бы как такое, как первоначальное видео в новом году, я решил сделать его немножечко необычным, чтобы не какая-то фигня была, а чтобы было что-то действительно интересное, да. У меня есть такой вот главный рюкзак, он так называется, ну как бы я его так назвал. И здесь есть рюкзаки с разными уровнями, да. В разных рюкзаках есть свои вещи. Вот в этом рюкзаке, например, мне нужно сломать 10 лаки-блоков, чтобы попасть уже на второй уровень. Вначале я получаю вот такие вот вещи, а именно верстак, плоть и дуб. И как бы 10 лаки-блоков, их надо разрушить, чтобы попасть уже на уровень второй, да. Так, и вот таким вот образом сейчас просто разрушаю. Или не просто разрушаю, чтоб тебя. Вы просто посмотрите, это что за арена для убийств, блин? Вы просто посмотрите, вот это моя маленькая база и вот это херобора. Что это такое? Смотрите, земля поднимается. Вау. Такого еще не было. Это просто в Майнкрафте. Как? Ёпта! Что? Упс. Ну что ж, первый лаки-блок спустя много-много лет я разбиваю. Да, и это, ну, момент истины. Короче, давайте попробуем. И... кошки. Прикалывайтесь. Ладно. Можно парочку себе сделать. Вот таким вот образом. И они будут, может быть, помогать мне. Окей, второй лаки-блок. Прекрасно. Я на самом деле эту ведьму ненавижу, потому что она, блин, кидается своими гребными зельями, и это плохо. Так, опа. Да ладно, вы что, прикалываетесь? Серьезно? Подождите, уже алмазы? Окей. Ладно. Так, мне кажется, то, что мне уже вещи из второго уровня не пригодятся. Так, а вот это, кстати, очень плохой мобик. Это магма-куб гигантский, причем он может меня вообще херануть за раз просто. Кстати, у меня осталось полсердечка, это же от него, поэтому получается, что он, ну, за 2 раза убивает. Так, это что написано? Так, короче, это твои проблемы, типа, что-то такое. Тут написано, короче, окей, это не так важно, потому что это меня не убило, и это мне ничего крутого не дало. Следующий лаки-блок, и просто палка, окей. Не, я думаю... Вы что, сейчас прикалываетесь? Я хотел сказать то, что из этих лаки-блоков, наверное, ничего крутого не выпадет. Потому что их всего лишь 10. И лук. Ну ладно. Кстати, вот это шанс куб, но я его ломать не буду, потому что он как бы просто здесь заспавнился. Это не относится к видео, поэтому я не хочу его ломать, короче, все, отстаньте. Я буду ломать только то, что мне нужно ломать. Окей, у меня есть такая вот еда, я сейчас быстренько покушаю, и мы сейчас попробуем что-нибудь сделать, что-нибудь намутить. Так, первый уровень, в принципе, мы все там уже достали. Второй рюкзак,
Кстати, это можно вот куда-нибудь сюда возвращать. Второй уровень, и здесь у меня уже есть меч, кирка, еда и первая бронька. Правда, у меня уже алмазная. Это, конечно, жесть. И вот это мне нужно сейчас разрушить, чтобы попасть на третий уровень. Да, я думаю, что здесь все и так понятно, все логично. Кстати, заметьте то, что здесь все в снегу. Это специально такие текстуры стоят, да. Если что, если вы вдруг хотите, я, может быть, скину в описание что-то за текстурпаки, да. Потому что действительно прикольно это все выглядит. Окей, есть обычные локи-блоки, есть уже шанс кубы, а есть вот такие вот шанс глобы. Глобальные какие-то... Глобальный шанс какой-то. Здесь, короче, выпадают обычные вещи, он вроде безопасный. Так, давай-ка, смотрите. Какие-то вещи там, какие-то вещи происходят. Ну-ка, давай-давай-давай. И что-то из этого может выпасть. Ну-ка. И выпадает золотая мотыга. Зачем мне это надо? Так. Что же выпадет? Так, калитка. Чего? Ну, короче, какая-то фигня выпала, если честно. Но есть, например, шалкеры. Это шалкеры, если что, уже. И как бы они действительно могут мне потом в будущем помочь. Их просто вот так вот открываешь, что-то здесь делаешь. Но пока что мне это не нужно, потому что... Ну, а зачем мне они сейчас нужны, действительно? Я их просто возьму вот так вот сейчас быстренько поставлю сюда. Если что, я буду всякий хлам сюда скидывать. Например, пока что вот это все скину. Это все я разрушил, там вроде ничего такого нету. И мы идем, наверное, ломать первый шанс куб. Он вот так вот еще светится, локи-блок не светится. Ёпта! Песок? Вроде просто песок. Ну ладно, хоть не динамит, блин. Короче, вот это намного интереснее локи-блоков, если что. Это тема. Что это? Я в первый раз такое вижу, кстати. Это типа подобрать надо в этот момент? Так я не могу подобрать, что? Он не подбирается. Ну ладно. Это очень странно. Оно пропало, да? Нет, не пропало. А, вот оно, подождите. Лутинг 3, Смит 4. Да, кстати, при убийстве мобов здесь еще выпадают вот такие вот сумочки, такие рюкзаки, и мне, в принципе, выпадают неплохие вещи, но мне, кроме угля, наверное, ничего больше не нужно. Уголь, может быть, пригодится потом. Ломаем. Тихо. Так, вот и первый взрыв пошел, а вот и крипуля новогодняя. Правда, уже Новый год закончился. Окей, ломаю. И в целом неплохие вещи. В целом, действительно... Так, вот эта свинья, если что, она очень опасная. Когда нажимаешь на нее, она, короче, у тебя убивает. Поэтому я на нее нажимать не буду. Кликать по ней. Так, алмаз. Да блин, это фейк какой. Да, это фейк. Окей, я понял. Это все фейк. Так, Джеи, ты что такое? Умри. Обычный слайм. И все, просто подписан. Так, а у меня какие-то еще сумочки. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, яблок, эндерпёрл. Нифига себе. Обсидиан мне не нужен, поэтому... Поэтому нормально. Так, ломаю. Палка Шахнес 5. Хорошая палка, хорошая. Это мне понадобится, ну, чтобы быстро бить и при этом наносить хоть какой-то урон. Ноу написано. Так, он, короче, не захотел ломаться, видимо. Окей. Ладно. Да чтоб тебя, это уже боссы пошли. Осталось всего лишь 4, я думаю, уже ничего страшного не будет. Но я всегда отхожу подальше от моей базы, потому что... Ну, я не хочу, чтобы там вдруг что-то произошло. Я вот, в принципе, и произошло. Так, меня грохнули, прикольно. Так, это обычный локи-блок. Зомбятина всякая. Окей. Да пауки! Блин, они еще отравляют. У меня есть стрелы? Нету стрел. Так, ну-ка, давай вот так вот быстренько ломаем. Еще? Ты прикалываешься? Так... Ведьмы. Так, это что? Давайте разрушим. Тихо. Так, ну наркомания, как всегда, происходит, но это лаки-блоки. Чему удивляться, как бы? Так, ну-ка. Снеговичок. Окей, я его сейчас, наверное, поставлю. Так. Подождите, это он написал про снеговика, а этот лаки-блок, этот шанс-куб, я так и не понял, что он имел в виду, что он хотел сделать. Может, что-то взорвать. Так, это, короче, штука меня убила, это механизм со стрелами. Смотрите, тут даже на хилку есть. Поэтому не все так здесь плохо. Так, это что такое? Это замок из слайма? Что? Короче, это слизневый замок. Так, на, скелет, иди нафиг, на. Вау, хороший лук, кстати. Так, да умри ты уже, сколько можно. Так, стрелы мне, короче, дались. И очень в неплохом количестве. Короче, моя задача это быстренько ломать. Хорошие жители выпали. Так, а где штаны? Блин. Так, где скелет? Я его сейчас грохну. На, нифига, урон хороший. Так, один удачный, один нет.
Вот это я даже не знаю, это удача или нет, потому что это может быть далеко не удача. Нет удача, нифига себе. Блин, а этот другой ломать мне или не надо? Ладно, сломаю. Блин, зачем я это сделал? Хотя, кстати, алмазы выжили, это странно. Подождите, а почему алмазы мне не дались? Так, сейчас, короче, делаем такой перерыв. Я сейчас всякий хлам выкидываю, чтобы подбирались вещи. Так, это беру сюда. Это сюда. Да зомби! Помоги, давай, есть. Быстренько ломаю эти лаки-блоки. Я думаю, что уже ничего страшного не выпадет. Так, это у нас еще одни лаки. 100% неудачи и 100% удачи. Окей. Так, опа, лошадь, прикольно. Так, не-не-не, клипах, не взрывай ее. Так, умри, клипуля. Умри, скелетон. Умри, зомби, умри, скипер. Твою мать, что происходит? Так, это удача или нет? Это удача. Так, давай. Короче, всякие крутые вещи, может быть, не особо крутые. Но опыт это неплохо. Так, это уже не очень хорошо. Какие-то взрывы. Так, ну-ка. И, ну, в целом, кстати, не все так плохо, потому что бывает намного опасней. Паукан, уйди отсюда, блин, с моей базы. Так, третий уровень. Здесь вещи уже хорошие. Видите, у меня даже меч сейчас получше, чем был. Так, это мне не надо. Короче, вот все, вот это все лутаю. Кирка получше, спасибо. Так, зомби, давай помирай. Так, есть. Здесь удача 0, то есть здесь просто рандом. Окей. Есть вот такие вот, есть шанс кубы, есть у нас обычно лаки-блоки. Начну, короче, с лаки-блоков, потому что, ну, я хотя бы от них более-менее знаю, что ожидать. Так, давай, паук, умирай. Так, вещи еще получше, это выкидываю. Босс, босяра. Не, знаете, лаки-блоки обычные, кстати, вот на этой версии они, в принципе, поинтереснее, чем на старых. Но это и понятно, потому что на 10.7.10 я вообще там все знаю, как они работают, потому что в свое время много с ними играл. А сейчас вот на 1.12.2 все равно ты уже что-то новое видишь. И особенно, когда есть шанс кубы всякие разные. Тут видите, что это? Подождите, это лед какой-то? Ну-ка, я ломаю. Да, это лед, правда, нифига себе. Осталось у меня всего лишь 4 уровня, хотя до них еще добраться надо, это не так все просто. Делаю вот так вот. Короче, быстро разрушаю, удачливо нет. Это неудачливый, хорошо. Нифига хорошего, на самом деле. Мне проще сейчас, знаете, вот так вот сделать, потому что я не хочу умирать просто так. Ломаю еще лаки-блоки обычные, получаю удачливый лук. Лаки-лук, это, знаете, это смотрите, как я могу сделать. Это я могу сделать вот так вот, и может что-то, какой-то эффект сделаться. Я сейчас вам вот так вот покажу это. Так, а он будет этот эффект? Че подстава? О, вот. Вот, пожалуйста, смотрите, эффекты пошли. И даже не важно, вот, смотрите. И плохие эффекты, и хорошие. Так, тихо, я отсюда валю. Доломаю сейчас лаки-блоки. Здесь фигня, мне это не нужно. Это выкидываю фигню эту. И динамит, да? Да-да-да, динамит. Написано в чате, что смерть ведет все. Так, ну я выжил, в принципе. Это что? Это алмаз. Неплохо, я сразу забираю. Пригодится. Так, и ломаю дальше лаки-блоки. Снеговики эти не нужны, они бесполезные. Это... Так, это, наверное, я выкину, потому что у меня и так есть из задания, так сказать, это все уже. Так, есть еда хорошая. Да, тут есть очень опасные, короче, шанс кубы, не лаки-блоки. Лаки-блоки, они не такие опасные, а вот шанс кубы очень опасные могут быть. Потому что есть даже какой-то шанс сделать так, то, что весь инвентарь у тебя станет гнилой плотью, например, представляете? И получается то, что ты как бы теряешь все вещи. Ну или почти все. Да, кстати, надо будет главный рюкзак, наверное, убрать. Так, меня походу валят. Нет. Да чтоб тебя, блин. Походу это все. Меня сейчас завалят. Так, давай. Или я смогу справиться? Нет, не смогу. Окей. Пауки меня забили. Так, ну я туда пока подходить не буду. Так, давай сюда. Это просто головы скелета зомби и тортик. Ну, кстати, закончился этот уровень с этими лаки-блоками очень даже хорошо. Появился торт. Неплохо. Кстати, есть даже невидимость. В этот сундук я сложил вот такие вот вещи, да, ну вот мои вещи, которые просто мне сейчас не нужны. Вот здесь, в принципе, то же самое, да. Есть у меня алмазы. Алмазы в целом есть. У меня в целом бронька-то нормальная, мне особо ничего делать не надо. Кстати, можно попробовать вот здесь вот взять вот этот блок и сломать его и посмотреть, что из него можно скрафтить. Это рубины, нифига себе, это рубины, ну это круто. Так, еда, окей, посмотрим, можно, по-моему, сделать из этого броньку, да, можно. 8 брони, алмазка у нас тоже 8, ну то есть это уровень алмазки. В целом можно сделать штаны, почему бы и нет, сделать штаны на 10, что?
Ни хрена себе, но у меня, смотрите, у меня здесь уже прям реально алмазка целая уже, как будто бы под защите, если не круче. Окей, меч делать, ну, в целом можно и меч попробовать сделать, я думаю, тоже будет круто. Так, делаю меч и 8 атаки. Давайте сделаем рубиновый меч. Так, если что, разработчики в свое время когда-то даже хотели рубины в Майнкрафт добавить, но это было очень давно. И, по-моему, это даже сам Ночь хотел сделать, да, но как бы это очень-очень давно было, но как бы сейчас уже как бы никто даже об этом и не говорит. Окей, мы ее ломаем. Это тоже как бы такие свои как бы лаки-блоки, только в виде руды. Так, меня что-то... Так, в чате написано, ну типа больно, как будто бы. Как будто что-то мне больно сделали. Да, здесь еще часто алмазы из этого выпадают, но как бы ничего страшного. Часто здесь плохие вещи тоже выпадают. Что это такое? Так, окей. Чат я почти не читаю, я именно смотрю, что вообще, ну, происходит здесь. Именно в самой игре. Так, я, кстати, стрелы забыл. Нифига себе, крипер пуляется зельками, нифига себе. Так, на, есть. И осталось вот это и вот это. А, еще вот эти. Еще вот эти шансы. Икосахедрон, что? Окей, у меня есть еще, короче, вот такие вот штуковины. Я их ломал. Вообще, я ломал шанс кубы и делал это на версии 1.7.10 еще в прошлом выпуске. Правда, этот прошлый выпуск уже 3 года назад был, поэтому, само собой, для меня это уже совсем новое, кажется. Тем более, это версия 1.12.2. И вот так вот круто оно поднимается. Вот такой вот эффект крутой происходит. Оно раскручивается и что-то выпало. Так, а я, кажется, знаю, что выпало. Это выпали супер крутые штаны. Это, короче, защита от взрыва. Но как бы дело в том, что у них прочности всего лишь 22. Короче, это фигня. Да. Пробуем еще. Так, и в целом пока что можно попробовать вот это. Lucky Potion. Это что такое? Так, а что там выпадает? Ага. Ну, короче, бронька вся выпадает. Это, короче, бронька очень крутая. Правда, она на защиту от взрыва вся. Еще на всякие там другие зачарования. Но никак не на обычную защиту. Поэтому, в целом, это такая себе бронька. Так, у тебя бы я бы убил. Кстати, надо быстренько сейчас сходить и стрелы взять. Я совсем про это забыл. Так, подождите, а тут есть, короче... А, да, бесконечность здесь есть. Я, короче, буду этот лук использовать, потому что он на бесконечность. А стрелы у меня мало. Окей, это ломаю. Делаю пока что это. Короче, сразу несколько дел. Да, чтобы, так сказать, ролик слишком совсем большим не получился, блин. Я буду стараться делать все сразу. Не, в целом ничего страшного не выпало. Давайте вот сразу два. Прям по хардкору, да? Ну, кстати, иногда здесь... Ну, из них вообще может очень хардкорное что-то выпасть. Меня даже телепортировать куда-то может. Не помню, эти конкретно делают или нет. Или просто шанс кубы. Так, киви. Ну, знаете, с прошлого выпуска я понял то, что очень многие это фейк. Они сейчас просто... Он просто сейчас попадет, скорее всего. Да, пропал. Ну, блин, вот подходить ядом... Ну, подходить близко к этим эффектам я боюсь. Потому что может выпасть вот, например, что-то типа такого. Так... А, они, в принципе, сами стреляются. Так, давай вот так вот и вот так вот. Отлично. Шанс кубы. Погнали. Прикалываешься? Ладно, сломаю один. Окей. Давайте прям по хатковику. Но если будет постоянно такое выпадать, то я, естественно, не буду это ломать все время. Потому что куки-монстр. Так, опять киви, короче, там появился, но он опять исчез. Короче, очень, по-моему, маленький шанс, либо его вообще нету. На 10-10 явно есть этот шанс, потому что он появлялся. То есть я уже думал, то, что это все фейк, фейк. Ну, это в прошлой части, если вы посмотрите, там, конечно, и качество было намного хуже, но... Как бы годы прошли, сейчас, конечно, у меня уже как бы качество получше. Но суть в том, что там тоже был какой-то киви или что-то типа такого в визах, который оказался не фальшивым. И он как бы меня валил много раз, поэтому лучше я буду на... Осторожно! Так, что? Ладно. Короче, я скажу так, то что я недавно играл с этими тоже лаки-блоками, поэтому меня здесь сильно не удивляет то, что как бы я вообще вижу, да? Многие вещи я уже видел. Но в целом это все равно круто, потому что вы этого не видели, все равно это удивляет. Блин, вот этого точно не было. Чтоб миллион зомби появилось из этого блока, не было такого еще. Были какие-то другие вещи, но прям такого не было. Так, а вот это было, это прикольно, кстати. Это, короче, механизм такой, смотрите. Опа, работает, но не совсем. Так, да блин, как они так далеко стреляют в меня, я не могу понять. Это что-то вообще нечестно, мне кажется. Он за километр от меня находится. Так. О, ёпта! Господи.
Бляха, беги. А, ну естественно бомбанул. Ну кто бы сомневался. Пошел снег. Правда, это не снег, а дождь, это просто текстурка снега. Блин, это специально такие плохие вещи у меня. Точнее, плохие вообще выпадают у меня тут вот эти штуки, блин. Так, о боже мой, что это? Блин, я хочу тебе взорвать кристалл, ну давай. Бум. Но я был далеко, поэтому ничего страшного, естественно. Нет. Не-не-не-не-не-не, даже не смей. Хера, блин, гёбаный, чтоб тебя... Это нормально. Это в порядке вещей, короче. Это все так и должно быть. Да, это же лаки-блоки. Чё ты удивляешься? Так, а у меня есть еще какие-то вещи? У меня, в принципе, осталось пару лаки-блоков сломать, и все. В целом, как бы, это можно убегать и делать новые всякие крутые вещи. Нихрена себе. Слушайте, а вот это круто. Ну-ка. 9 урона чисто выпало. Вот это, конечно, жестко. Это прям даже немножко нечестно. Так, да ёпта. Да блин, нет. Ёбаные чешульницы. Да что они такие быстрые-то? Дайте сломать блок. Нет. Житель. Нет! Блин, бедный житель. Но у него не было выбора. Да господи. Да что это такое, блин? Что оно так бегает-то? Так. Да как? Что меня трогает? Так, ладно, короче, ломаю. И все. Меня телепортировало. Да что это делает? Почему я телепортируюсь? Где-то чешуницы. Да они невидимые. Я не вижу вас. Где какой-то босс чешуница? Так, я кого-то убил, да? Еще кого-то убил. Окей, посмотрим, что у меня здесь. Посмотрим, что у меня в главном рюкзаке. 4-й уровень. То есть мы сделали, по сути, половину. Это я убираю снова назад. Да, еда есть. Есть куча еды. Это хорошо. Здесь мне нужно, по идее, вот это только. Окей. Окей. Это я не буду сейчас делать, потому что... Ну, потому что, по сути, это... У него плохая прочность у этих вещей. Вообще, я не знаю, зачем я это так сделал, но наковальню почему-то я сюда не сделал, да. Но я не хочу, как бы, нарушать свои правила. Я здесь сделал, чтобы у меня... Ну, чтобы было очарование, но забыл про... Самое главное, именно наковальню. И вот это один из самых, наверное, жестких уровней, потому что сейчас... Я буду делать вот это. Я буду ломать все вот эти вещи. Это самое хардкорное. Особенно самое хардкорное это вот это. Компактные гигантские шанс-кубы. Это жесткие, жесткие просто кубы. Вы просто сейчас увидите это. Посмотрите на это. Ту-дун. Вот это самое жесткое. Вот это самое жесткое. Просто жесть это. Это хардкор просто высшей степени. Ладно, мы сейчас сломаем вот эти руды. Так, это самое безобидное здесь, наверное. Так, палка, спасибо. Я так хочу эту палку. Не знаю, правда, для чего, но да ладно. Так, ломаю вот это все, точнее ставлю, потом ломаю. Но это логично, в принципе. Да, я... Сдох. Потому что я могу. Короче, как видите, комментирую, опять же... Супер просто комментирую, короче. Ну, блин, чё тут удивляться, блин. Записываешь меньше, чем раз в месяц уже ролики. Чё это такое? Это фигня какая-то. А, меня обманули с динамитом. Я сейчас боялся, что меня взорвут. Ну что ж, давайте сломаем первый куб. Вот этот. Блин, может правда мою базу сейчас уничтожить. Ну давайте попробуем. Ночь. Воу. Блин, красиво. Красиво. И пули тут всякие, короче. Нарисованы даже. Блин, ну это прикольно, конечно, только я не понимаю, зачем это. Это какой-то праздник. То, что я, видимо, первый такой блок открыл. Это, кстати, под Новый год чисто салют, да? Так, что меня бьет? А, зомби. Короче, это чисто под Новый год. Это чисто Новый год. Да. Вот. Надеюсь, этот год, конечно, будет лучше. Мои... Что? 700 маяков ты сейчас прикалываешься? Да ладно, я сейчас бегу вот так вот. У меня плюс скорость. Блин. Да чтоб тебя. Ладно, пусть скорость. Короче, скорость тоже хорошо. Попробую еще один такой открыть, самый жесткий. Не знаю, зачем я это сейчас делаю. Что это такое? Это очень странно. Это очень странно. Очень странные вещи какие-то. Динамит. Вот это вообще не странно для этого. Для этих лаки-блоков. И не только лаки-блоков. Ну, вы меня поняли. Короче, я их открываю. Короче, самое жесткое просто взял, открыл.
И сейчас будет просто максимальный хардкор. Я просто хочу жопу. Не знаю зачем. Так, давай, 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 давай. А, ну уже все открывается, блин. Так, вот почти все открывается. Короче, все, надо бежать отсюда. Надо просто отсюда бежать. Мне кажется, я сейчас умру. Что там вообще происходит? Я, короче, открыл сразу миллион штук. Кстати, ничего страшного не произошло, на удивление. Хотя я открыл сколько? 15 штук? Так, зомби, зомби, зомби. Давай, умри уже, наконец-то. Так, опять, кстати, дождь пошел. Ну-ка, надо вот это все выключить. Вот таким вот образом. Да... Господи, что происходит? Ладно, ломаю обычные блоки. Да сколько можно эту броньку мне подсовывать? Так, зомби, откуда вы вообще взялись? Или это лаки-блок, наверное, сделал? Я думаю, что да. Так, ладно, спасибо, что на дерево подкинули. Так, житель. Житель говно, иди нафиг. Доктор какой-то. Так, и вот таким вот образом сейчас просто разрушаю. Или не просто разрушаю. Чтоб тебя... Привет, чат, 1, 2, 3. Да чтоб тебя, меня что-то убивает. Нет. Нет, 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 да не убивайте меня, я хочу жить. Я хочу жить. Собака, скелет ёбаный. Да еще ты здесь, на. Собака, помоги. Все, отлично. Так, давай, опа, сразу два, просто. Прям жестко. Музон пошел, отлично. Это вам не поможет. Это вам не поможет. Что это? Ковы. Так. Так. У меня, короче, FPS от этого всего падает. Ну, это понятно, потому что... Это вообще хэштег какой-то. Так, динамит, тихо-тихо. Блин, кстати, смотрите, там алмазы были. Возможно, их даже разрушить можно было бы. Но я бы не успел бы просто навсего разрушить. Даже если бы сразу начал разрушать. Окей. Окей, окей, окей. Хардкора мы тут увидели, мне кажется, достаточно. Поэтому теперь пора возвращаться. Вы просто посмотрите, это что за аена для убийств, блин? Вы просто посмотрите. Вот это моя маленькая база и вот это херобора. И вообще вокруг, что сейчас происходит? Это просто жесть какая-то. Так, зомби, идите отсюда уже. Блин, я выкинул звезду визоры, ну ладно. Пофиг. Так, стрелы есть. Это, наверное, мне сейчас вообще не нужно. У меня есть меч на 9 урона, мне его хватает за глаза. Так, зельки я сюда поставлю просто, чтобы было. Так, невидимость, не знаю. Мне, кстати, эта невидимость, может быть, поможет. Я сейчас попробую ее использовать. Так, это сюда. Это сейчас мы берем, делаем вот таким вот образом. И мы видим... Ну, такое, как бы, это выкидываем сразу. Это можно оставить. Вот это я сразу вот таким вот образом одеваю. Что у меня, кстати, по броне здесь? Может быть, можно, кстати, наверное... А, нет, нет, шляпа хуже алмазной. Так, это сюда, яблочко, это хорошо. И вот здесь еще жестче получается. То есть мы вот это все берем. Здесь, я думаю, сейчас реально будет максимальный просто хардкор. Максимальная просто смерть и максимальные непонятные вещи творится. Блин, я не знаю, давайте начнем с самого жесткого. Вот этого. Блин, я не знаю почему. Воу. Блин, вот это очень крутая фигня. Но я отбегу, потому что я не хочу сейчас умирать от этого. У меня сейчас невидимость. То есть меня по сути не видят, если какие-то монстры опасные. Так. Сколько блоков? 20 800 блоков, короче. У меня переворачивается, я так понимаю. Потому что дерево становится вот таким вот. А, нет, подождите. Короче, я не понимаю, как это. Меня что-то ударило. Допустим, я сейчас просто сломаю обычные вот эти блоки. Что? Ладно. Какая-то... Так, а меня, если что, не видно, кстати. Ёпта. Это опасно. Так, ладно, я, короче, ухожу куда-то в лес. И вот таким вот образом сейчас просто разрушаю это все дело. О, неплохо. Так, я покушаю. Я, если что, опять же, невидимый, потому что... Ну, потому что у меня есть такие зельки. Так, давайте сразу, чтобы не тянуть время, сразу вот так вот их активирую и куда-нибудь убегаю подальше. Так, так, так. Нет, 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 нет! Лава, 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 лава. Лава. Лава, не надо. Воу, как же это жестко выглядит. Где я? Так, Крипер, не надо. Подождите, Киви жив, что ли? Почему он светится? Почему он сейчас был? Так, наверное, потому что у меня активировалось это. Короче, я не думаю, что там хоть один босс будет жесткий. Мне кажется, что видео вообще какое-то получается спонтанным. Я не знаю, напишите в комментариях. Это что было нафиг сейчас? Так, ладно, метка.
Это что сейчас нафиг было? Да зомби, отстаньте. Умидите, все, давай, давай, до свидания. Я невидимый. Был, по крайней мере. Сейчас я уже, естественно, видимый. Поэтому можно бонику спокойно одеть. Ломаю вот эти штуковины. Здесь обычно, как я уже сказал, ломаются алмазы, короче, даются. Так, давай вот это. Так, блин, петухи, идите нафиг. О, тихо! Нет! Что-то взорвалось. Я что-то так испугал. Хотя нормально так взорвало. Кстати, я все сломал, и осталось только самые жесткие блоки. Так, зомби, уйди отсюда, пожалуйста. Ну, прошу тебя. Так, дождь я опять же сейчас вот таким вот образом убираю, потому что он очень сильно влияет на FPS и вообще в целом мешает. Ууу, алмазы, нифига. Так, алмазы — это хорошо. Какие-то как будто бы невидимые зомби, я не могу понять. Так, что-то сейчас будет. Этот блок... Да-да-да, что-то происходит. А-а-а, это он делает сейчас. Ладно, я сразу активирую. Тут очень масштабные постройки могут быть. Я сразу все разрушаю, я сейчас миг, наверное, уничтожу. Ну, кстати, вот что-что, сборка получилась очень хорошая. Именно вот это по лаки-блокам, потому что она вообще у меня не вылетает. Она просто, она суперская сборка. То есть она максимально не конфликтует. Так, что-то обсидиановое. Ой, пфу-то обсидиановое, ну вы поняли, незерак это. Так, а что это вообще такое, я не могу понять. Так, ладно, я не буду на это внимание обращать. Паутина, опять эти штуковины. И примерно... Ну, кстати, FPS вроде много, но я чувствую, что подлагивание очень часто происходит. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, кнепуля-кнепуля. Так, все, давайте посмотрим, что это у нас такое. Кстати, я не все сломал. Это говно какое-то. Вот это еще надо сломать. Точнее, не сломать, а просто покидать. Да, вот это тоже как такие лаки-блоки, только они как бы проще тем, то что ты просто берешь, только спокойно кидаешь и просто экономишь миллион времени. Какие-то кролики, какой-то скелет в золотой броне. Ну давай, давай постреляемся. Ну-ка, давай. Есть. Так, блин, крипер! Иди отсюда! Так, крипер, вали отсюда, давай, давай, вали, все. Короче, смотрите, я убрал вещи сюда. Ёпта! Что? Упс. Это в планы не входило, в смысле? Блин! Ладно, ладно. Так, а вроде все хорошо, кстати. У меня шалкеры сохранились. Сундук главный живой. Это, ну, у меня был сундучок просто с этими вещами. Короче, все нормально. Короче, я хотел просто сказать о том, что у меня... я, короче, убрал вещи. Сюда весь этот хлам, который у меня накопился. Я хочу сейчас подумать действительно, что мне нужно. Так, наверное, я сейчас сделаю вот как-нибудь так. Это сюда поставлю. Я ставить много не хочу, потому что уровня у меня нету много. Но мне это сейчас и не нужно. Мне сейчас это вообще не нужно. Вот эти, кстати, штуки можно использовать, чтобы сделать крутой какой-нибудь топор, например, либо кирку. У меня есть сила на 3 минуты. Это я возьму хилочка. Зачарованное яблоко, естественно, возьму. Хотя мне это, наверное, пока что не нужно, но я думаю, что ничего страшного. Это на будущее. Я сейчас вам кое-что покажу. Даже не сейчас, я покажу вам это попозже. Но я думаю, что вы все уже заметили то, что у меня здесь портал. И я туда как бы отправлюсь совсем скоро. Ну а пока что... Пока что возьму этот топор обычный. А зачем, кстати? Я могу сейчас реально скрафтить вот из этих штучек. Так, подождите, я не знаю, мне нужен вообще такой топор? Может быть, меч сделать? Ну-ка, меч сколько? Кстати, 9 урона. Давайте возьмем. Давайте меч такой возьмем, потому что я сейчас смогу его зачаровать. И вот так вот мы делаем. Так, и я могу зачаровать на шахтность 1. Ну, такое, если честно. Секундочку. Так, беру еще полок. Шахтность 1 только. Блин, уровня вообще не хватает. Ладно, давайте шахтность 1. Это уже больше урона, чем у меня сейчас. У меня сейчас 9 было. Сейчас уже 10. Неплохо. В целом, наверное, пока что все. А сейчас я займусь именно уже 6 уровнем. У меня остался 6 и 7 уровень. Предпоследний. И здесь уже просто охренительные вещи, потому что у меня здесь уже апатитовый какой-то нагрудник. У меня какие-то эндерпёрлы, куча всяких вот этих, ну...
эндерпёрлов, элитры. Короче, это просто офигенная броня. Но у меня, конечно, она покруче. Кроме тапок. Так, тапки поменял. Нагрудник, наверное, тоже сейчас поменяю. И в целом я уже действительно очень круто одет. Это пока что уберу. И тогда осталось вот это доломать. Все вот это дело. Ну и как бы все. И мы будем уже отправляться. Хотя подождите, мы... Там еще, короче, будут вещи в 7 уровне. Так, ну ладно. Это мы разберемся. Я специально сейчас далеко отхожу, потому что сейчас будет 6. Ба-бам. Давай. Покажи. Так, по-моему, опять что-то переворачивается. Стекло. Подождите, это какой-то купол. Блин, я, кстати, сюда попал. По-моему, меня сейчас просто закроют. Только купол или еще что-то? Нет, тихо. Нет, блин, я, кажется, понял. Надо отсюда валить быстрее. Я, кажется, понял. Слушайте, такого еще ни разу не было. Я же сейчас помру. Быстрее. Фух, успел. Короче, это что-то... Наркоманская какая-то хрень. Блин, это первый раз я вообще такое вижу. Я ни разу в жизни не видел, чтобы из такого шанс-куба гиганта такое падало. Вау. Так, вот это вроде было когда-то. Так, ладно. Я просто как бы уже пробовал с ними играть, и все равно я как бы примерно уже помню какие-то вещи. Меня что, зомби какой-то ударил или что? Так, ладно. Блин, тут, короче, прям хардкорно, потому что это самые прям жесткие блоки. Так, меня что-то кто-то все время стреляет. Какие-то криперы вот эти белые, которые со снегом вообще были непонятны. Что это, криперы, блин? Что это такое? Смотрите, земля поднимается. Вау. Такого еще не было. Это просто в Майнкрафте. Как? Это просто, это что? Нет, ну это реально, это уже прям какая-то.